За прошедшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, четверо получили травмы различной степени тяжести. С 20 по 26 декабря на дорогах республики при надзоре за дорожным движением задержаны и отстранены от управления 22 водителя, управлявших автотранспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе один гражданин, ранее лишенный права управления. 23 декабря в 2 часов 45 минут 19-летняя местная жительница, управляя автомашиной Volkswagen Touareg, двигаясь по улице Ленина города Элиста, совершила столкновение с автомашиной «Лада Гранта» под управлением 41-летнего жителя Яшкельского района. В результате столкновения водителем автомашины «Лада Гранта» был доставлен в медицинское учреждение. 23 декабря в 8 часов 00 минут 50-летний житель Яшкельского района, управляя мотоциклом марки «Омакс», двигаясь степной местности северо-восточного поселка Привольный Яшкельского района, не справился с управлением, транспортное средство допустило опрокидывание. В результате происшествия водитель от полученного травм скончался.